Так, продолжаем движение в сторону Новосибирска. Осталось примерно час движения, затем остановлюсь на ночевку, на привал. Прокомментирую немножко дорогу, трассу, отвечу на сообщения, на комментарии, которые поступили за это время. Трудно сориентироваться на местности, где находишься, по той причине, что пейзаж в основном однообразный, небольшие рощицы, открытое место. Но вот то, что вдоль дороги с правой стороны и с левой стороны появляются такие небольшие болотца, вот, говорит о том, что мы на подъезде к Новосибирску. Проехали Чулым давно. Думал от него начать комментировать, но, видать, из-за того, что видео было ускоренное на других видео, эти точки и точки, вот, где можно остановиться на ночевку, на привал, прозевал, пропустил. До Новосибирска примерно 70-80 километров. Впереди будут места для ночевки, для привала. Я об этом скажу. Если нет желания останавливаться на привал в Новосибирске или на объездной дороге, то можно будет выбрать примерно в 40 километрах от Новосибирска с левой стороны по ходу движения. Можно будет увидеть заправочную станцию АЗС и рядом типа столовой, типа кафе. Кстати, кухня там неплохая. Мне понравились и пельмени, и блинчики, сметана хорошая. Радиообмен слабый. Конец дня. Водители притомились. Для встречных автомобилей условия движения похуже. Солнце в лицо слепит. Ну, вроде бы закончился диалог. Несколько дней назад по телевизору показали страшную аварию. Примерно вот такие же условия движения были. Дорога по одной полосе в каждую сторону. Сейчас не могу припомнить, Омская область или Новосибирская была. Легковой автомобиль пошел на обгон и попал в колею. Колейность была. В результате водитель не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги.
перевернулся раз 15, наверное. Страшные кульбиты были. Водитель погиб, к сожалению, молодой человек. Вот сейчас, слышите, работает радар-детектор. Предупреждает, что на дороге установлены камеры видеофиксации на скорость, на маневр, как правильно. И я сразу вспомнил, как вот в 11 серии, когда молодой человек лихачил, хулиганил на дороге. Ситуация один к одному. Просто нужно иметь в виду, что дорога даже на отличной дороге иногда попадается колейность. Как она возникает, не знаю. Может быть, и от того, что дорожные строители что-то там намудрили. Может, рельеф местности, но вот такая неприятная особенность встречается. Опасайтесь колейности, опасайтесь неровности на дороге. Ровная дорога, все хорошо, она успокаивает как-то, расслабляет, но расслабляться ни в коем случае нельзя. Вы слышите небольшой скрип. Это не в салоне скрип. Это видеорегистратор Кинори. Видать, конструктивная особенность или еще что. Этот скрип особенно хорошо слышен на неровностях. Далее, ближе к Новосибирску, он о себе еще, скажем так, заявит. Ну, сейчас попробую ответить на некоторые сообщения и вопросы, которые поступили в мой адрес. Логин Путник. В очередной раз благодарен вам за новое видео. В этой серии вы затронули тему отдыха под Ишимом. И я хочу поделиться информацией. Был проездом в феврале 2015 года. Пришлось остановиться на ночлег в этом месте, где вы. Но подъехал поздно вечером, и свободных мест не оказалось. Но мне дали координаты одного мотеля. Название уже не помню. С трудом нашел место вдалеке от трассы по направлению к городу Ишим. Далее путник приводит координаты этого мотеля. Отдохнул отлично. Спокойное и тихое место и недорого. Тихое место и недорого было тогда. Советую. Ну, можете воспользоваться, конечно, советом. Координаты найдете вот в комментариях к видео. Далее путник спрашивает,
Только как там сейчас обстановка с этим подтоплением неизвестно, так как мотель находится близко возле реки, хотя и на высоте. Ну, последствия подтопления на видео они видны. Сам-то мотель, ну, это сама стоянка, где я останавливался на привал, объездная дорога Ишима, она находится на высоте. Сам город Ишим, он в низине. Вот, по всей вероятности, там были серьезные проблемы. Судя по тому, что в районе Абатская, там все поля, все открытые места были залиты водой. На видео это хорошо видно. Река Ишим вышла из берегов, затопила все. Но кусочек вот этого потопа, подтопления на видео заметны. Я ехал из Тюмени, поэтому про остальную часть Ишимского района сказать не могу. Если бы двигался через Челябинск, Курган, потом что там у нас, Бердюжье, там бы, конечно, картинка была бы совсем другая. Там более-менее открытая местность, Ишим просматривается издалека хоть, но все равно были бы видны, наверное, картина бы, это радар слышите сразу два звука. Радар-детектор предупреждает и навигатор. Ну, навигатор я установил ограничение скорости не более 10% разрешенной. Он предупреждает, что скорость на пределе. И сработал радар-детектор. Вдоль дороги можете обратить внимание, стоят такие серые, как будки, серые коробки. Вот в них находятся видеокамеры, фиксируют скорость и расположение на дороге. Во многих это обманки. Проезжаешь мимо, радар-детектор никак не реагирует, говорит о том, что это просто обманка. Но вот под Новосибирском очень много действующих вот этих контролеров скорости. Кстати, на проезжей части есть знак предупреждения о том, что ведется видеофиксация. Так, значит, ну я ответил на вопрос. Про Ишим сказать не могу, в Ишим не заезжал, и поэтому состояние подтопления не знаю. А вот то, что Абатская залита водой, это факт. Так, логин. Роман Гранкин пишет. Какой хороший микрофон стал. И качество в 1080 стало. А насчет размера видео. У меня при скачивании этого видео в качестве 1080 весит всего 1,6 гигабайт. Насчет сайта я только за. Но я озвучил в том, что есть намерение, есть планы создать свой сайт. Вот как раз именно по этой причине, что качество видео здорово, это я чихнул в машине, качество видео здорово теряет на ютубе. Закачал видео весом около 40 гигабайт. Сайт YouTube переработал видео и выдал 1,6 гигабайта. То есть качество ухудшилось практически в 20 раз. Вот по этой причине я сейчас задумался о том, чтобы создать свой сайт, где можно будет смотреть видео в реальном качестве. Вот сейчас проезжаем одно из мест, где можно остановиться на ночевку, на привал. Хорошая территория,
асфальтированная кухня, я не пользовался, но площадка вполне нормальная для ночевки, для отдыха. Координаты можете записать. Я практически не смотрю свои видео в YouTube, но вот после критического замечания, кто же мне написал сейчас? Так, сейчас не найду, наверное. Ну, в общем, мне сейчас и логин не вспомню. Один подписчик написал, что качество должно желать лучшего. После этого я посмотрел некоторые видео, сравнил их с реальной картинкой и очень сильно был расстроен, когда увидел, что качество в YouTube гораздо, гораздо хуже, чем реально на реальном видео. И вот с того момента я задумался о том, чтобы создать свой сайт и размещать свое видео. Пока еще не определился с этим, но сейчас размышляю, думаю, как это все сделать. Размещать, например, каждый файл на YouTube, а он весит примерно 400 мегабайт, их скапливается там, я говорю, до 50, до 60 файлов этих. Это и затруднительно, и неудобно каждый обрабатывать. Поэтому на своем видео, на своем сайте я, по всей вероятности, размещу вот эти оригиналы видео, желающие могут посмотреть. Но оставлять YouTube тоже не буду. Здесь буду размещать с ускорением в 3, может быть, в 4 раза. Это чисто для того, чтобы те, кто собирается в поездку, могли бы ознакомиться с дорожным полотном, там, с заправками, ну и так далее, чтобы имели представление о трассе. А те, кто захочет полюбоваться пейзажем, красотой окружающей природы, ну, те могут, если будет мой сайт, там уже посмотреть в оригинале. Думаю, на сайте разместить все свои видео. Ну, их немного, но и немало. Поэтому пока этот вопрос в стадии, размышления, что ли. Вот еще раз благодарю подписчика. Вот найду его логин. Я озвучу. Я благодарен за такую критику. Так, я могу пропустить некоторые комментарии. По поводу Александр 7, я не знаю, логин Александр 7, написал по поводу отображения информации о регионе. Не расстраивайтесь, смотрю ваше видео и одновременно веду по Яндекс.Карте. На карте по координатам спокойно точку находит Яндекс. Ну, кажется, уже отвечал, что некоторые подписчики, они сразу и по компьютеру наблюдают перемещение, и на экране телевизора смотрят картинку. Так, логин Слава Московский. Можно убрать песни, которые ставите сейчас, а мы сами поставим свой песни. Каждый свой, у кого есть такие песни на компьютере, поверьте, так будет интересно. Я сам так делаю. Господи, или я так читаю, или так пишут. Ну, хозяин, барин, можете слушать ту музыку, которую я ставлю. Вот, можете слушать комментарии. Тем более, что я теперь планирую комментировать всю трассу.
послушать, что могли послушать звуки в салоне, этот разговор, общение в эфире, ну, более такая реалистичная картинка. Хозяин барин. Так, Слава Московский, Алладин пишет. А если без ускорения, так вообще круто будет. Ну вот я сейчас исправляю свою ошибку или как свою недоработку. Вот, пускаю в реальной скорости, но качество, говорю, картинки будет значительно отличаться от реальной. Так, Логин Путник написал. В очередной раз благодарен вам за новое видео. В этой серии вы затронули темы отдыха под Ишимом, и я хочу поделиться инфой. Ой, я уже на это отвечал. Да. Логин Николай Брежнев пишет. Видимость при сильном дожде мне напомнила, как я в прошлую зиму ехал с Нижнего Новгорода до Волгограда. После Камышина и до Волгограда 180 километров ехал в сильный снегопад. Скорость там тоже была не более 60 километров. Я вот сейчас вспомнил, Николай, у меня была ситуация, когда я ехал из Самары, по-моему, в Москву. Но был снегопад, сильный снегопад. Видимость тоже была метров 10, наверное, даже меньше. Дорога была скользкая, поэтому я уцепился за фору и ехал тоже с небольшой скоростью. В какой-то момент смотрю, другая фура пошла на обгон. Обогнала меня, обогнала впереди идущий большой груз. Помню, они еще что-то там ругались в эфире, что не могли поделить. Ну, в общем, он обогнал, завершил маневр. Двигаемся дальше. Слышу по радио, дальнобойщики предупреждают, что впереди железнодорожный переезд, и на переезде закрыли переезд, чтобы очистить железнодорожный путь. И скопилась небольшая толпа машин. Ну, все и так ехали еле-еле, а тут вообще скорость сбросили. Подъезжаем ближе, смотрю, с правой стороны во враге, в обочине, тот, который обгонял, вот, фура не перевернулась, но вот сильно накренилась и стоит уже вот, ну, там, даже не на обочине, а чуть ли не во враге, съехала во враг. Я успел, видеорегистратора не было, но я успел сделать фотографию, и такая замечательная картинка получилась в зеркале, в правом зеркале заднего вида, в боковом. Четко фотография этого автомобиля, и сидит этот горе-водила, куркуль нахохлившись за рулем, приехал. Он спрашивается, куда гнал, куда спешил. А ведь потом найдет причину, что кто-то его подрезал или там кто-то ему гадость какую-то сделал. Хотя виновный об этом он все сам на все 100%. Да, я говорю, вот сильные дожди меня вот несколько раз заставали и в Тюменской области. Просто ливни невероятные были. Молний таких не было, ярких вспышек. Но дождь, как из ведра, говорю, даже приходилось останавливаться на обочине и пережидать какое-то время, пока пройдет этот фронт. Так, Логин Мультималков пишет. В плейлисте «Москва-Томск» отсутствует 8-я серия. Ну, я исправил эту оплошность, я просто забыл в плейлист вогнать. Сейчас я добавил, 8-я серия находится в плейлисте. Так, далее Логин Кулинар Гурманов. Так, ну это уже касается видео «Мошенники на трассе». Там читать не буду. Так, Сергей Зоркий. Логин Сергей Зоркий. А что за программа построения маршрута со средней скоростью в начале видео?
в начале видео, раньше я каждую серию снабжал небольшим таким фрагментом маршрута. Но решил от этого отказаться, показывать весь маршрут, чтобы не захламлять, не занимать лишнее время у вас. Значит, карта, маршрут построен при помощи карты INGIT. INGIT – это институт геологии и топологии. Ну, за точность перевода не ручаюсь. Они разрабатывают карты, которые впоследствии используют навигационные системы. Можете найти в интернете, на просторах интернета INGIT, там INGIT. Там более подробно, более детально. Там есть очень хорошие версии, вот, но не все платно. Я стараюсь как можно меньше тратить вот на разные причиндалы, и так много денег уходит. Поэтому взял старую бесплатную версию с реальной картинкой. Она ничего общего не имеет, потому что на участке, по-моему, Хабаровск-Чита, я тестировал эту карту. Для этого купил GPS-приемник, установил программу, и всю дорогу GPS-приемник меня сканировал. Ехал, по-моему, часа 4. Пробный вариант был, эксперимент, скажем так. И точность приемника, GPS-приемника 821, по-моему, или 820, или 821, у него точность позиционирования 1 метр. Я это проверял возле дома, выходил, фиксировал местоположение, сдвигался на метр, и курсор показывал, что я сдвинулся на метр. То есть точность позиционирования потрясающая. Так вот, проверил потом карту INGIT с реальным маршрутом, ничего общего он не имеет. На протяжении примерно 200 километров или 300 километров примерно участок в 1 или в 2 километра был более-менее близок к реальной картинке. Поэтому эта карта чисто такая, чтобы иметь представление, где автомобиль будет, ну, как автомобиль будет двигаться, по какому маршруту я еду. Так что это программа INGIT. Далее 1488X. Нифига не могу прочитать, какие логины. 1488 Xeon, что ли? А, ну тоже этот, вот, не нормативная лексика, я опущу это. Далее Андрей Макаров пишет: для всех, кто путешествует по северам из Москвы и Питера через Вологду, Кострому и Киров, следующая инфа. В этом году Кострома-Шарья отремонтирована будет, 40 километров дороги. Чекшина, Тотьма, Никольск отремонтировано будет также 40 километров. Везде работают вологодские дорожники. Я премного благодарен Андрею Макарову за эту информацию. Я благодарен Александру Тихонову, который... Вот лучше сбросить скорость, чем ехать с таким сопровождением. Вот с этой целью я и поставил ограничение скорости. Так, я благодарен логин Андрея Макаров и ВКонтакте. Мне Александр Тихонов прислал фотографию. Ну, там ссылка на сайт Росавтодор. Я бы рекомендовал, советовал всем автолюбителям, автопутешественникам, автотуристам, прежде чем отправляться в поездку, зайти на сайт Автодор, Росавтодор, и посмотреть информацию. Там очень много полезной и точной информации о состоянии дорог практически по любому направлению.
по любому маршруту, где ведутся работы, где работы закончены, где планируется. Очень полезный ресурс. Вот, я бы рекомендовал, еще раз благодарю и Андрея Макарова Логин, и Александра Тихонова за информацию, которая была предоставлена. Так, продолжаем движение. Так, вроде бы все прочитал. Ну, где-то пропустил, может быть. Много, говорю, вот комментариев, я их не читаю. Это касается видео «Мошенники на трассе». Там много нормативки, ну, люди высказывают свое мнение, я ничего с этим сделать не могу. Так. Ну, до Новосибирска остается примерно, до привала остается примерно полчаса. Вот видим, автомобили выдвинулись из Новосибирска и едут в сторону Омска. Я не знаю, какие у них маршруты, какие у них контрольные точки, но если на дальние расстояния, сто пудов, что их темнота застанет на трассе. Значит, люди будут ехать, надо полагать, всю ночь, потому что от Чулыма, там примерно километров 300, не будет места для ночевки, для стоянки, просто голые места. Это мой комментатор, сейчас внук забежал, гида спаси, мама ему делает санобработку, горлышко, он простудился немножко, он бежит, деда спаси. Так, вот видите, колейность появилась, вроде бы на пустом месте. Дорога-то хорошая, но вот видно, как стирается поверхность дорожного полотна, верхний слой. Ну, большая нагрузка на трассу, большая нагрузка на полотно, поэтому какой-то тонкий слой, который был положен во время такого мелкого ремонта, он стирается. Да, повторю, наверное, уже неоднократно, что дорога нуждается в расширении. И еще я обратил внимание на такую особенность, что когда видео идет реально не ускоренное, то вся эта вот мошкара, мухи, они четко, ясно видны, там бабочки. При ускорении в 3 раза там что-то мелькает непонятное. Вот. Это еще один из аргументов для того, чтобы видео размещать в реальном качестве. Осталось примерно полчаса еще ехать. Слышно треск. Так вот, это трещит не в салоне автомобиля, это треск видеорегистратора. Раздражает он. Вот из-за такого качества звука, который зависит от состояния дорожного полотна, вот, приходится переходить на другой режим аудиосопровождения, что ли. В общем, комментировать аудио отдельно. Постепенно начинает темнеть, сумерки потихоньку подкрадываются.
разница в часовых поясах. Вот, кстати, уже видно, что дорожники начинают работать с правой стороны по расширению проезжей части. Ведутся земляные работы. Вот сейчас четко и ясно видно вот эти блестящие полосы на дороге. Это вот как раз то, что часть покрытия, она изношена. И под ней просвечивает просто-напросто нижний слой асфальта, старый слой асфальта. Интенсивность движения не очень высокая, но относительно, конечно, не сравнить с интенсивностью в Костромской и Кировской области, но значительно слабее, нежели на М5 или на М7. Неплохое место для ночевки с правой стороны. Я там не останавливался, по правде говоря. Но на всякий случай акцентирую внимание, что тоже можно остановиться на отдых. У меня есть подписчики, которые были водителями и уже сошли с трассы и на пенсии, просматривая видео, пишут комментарии, что 15 лет назад, какие были дороги и какие сейчас, ну это черное и белое. Особенно их удивила дорога между Красноярском и Кемерово. Там сдали участок дороги, прямой трассы федеральной. Отличного качества, замечательная дорога. Они сравнивают, раньше была грунтовка, раньше были колдобины, не дорога, а непонятно что. Смотрим, говорят, и не верим своим глазам, насколько лучше стали дороги, стало лучше дорожное покрытие. А что 15 лет назад, 10 лет назад, я сам свидетель того. Если бы еще и дорожники добросовестно работали, тогда было вообще шикарно. Я помню, как-то проезжал перевал Уральские горы, проехал колдобина, колейность невероятная. В общем, полотно дороги очень такое неважное. И спустя буквально, может быть, 3-4 месяца снова ехал там. Я был поражен, насколько изменились дорожные условия. Дорогу не расширили, а просто-напросто поменяли дорожное полотно.
Но потом тоже проезжал, спустя какое-то время тоже заметил, колейность начинает появляться. Но интенсивность движения большая, плюс ко всему дорожники нахимичили, ну и большие грузы идут с перегрузом. Вот все это сказывается. Кстати, заметил в Костромской и Кировской области, я, по-моему, об этом говорил, передвижные пункты системы Платон. Треск стоит, конечно, невероятный. Это в салоне это не слышно. В салоне не слышно, а вот видеорегистратор показывает свои косяки. Может, его вскрыть надо, да закрепить там, прокрутить крепеж, плата, да микрофон. Но делать этого не буду, по крайней мере, не планирую, потому что выход из ситуации, скажем так, я нашел. Дай бог, будет все нормально. Следующие видео уже будут с комментариями из салона автомобиля в реальном времени. Так, остается примерно 15 минут. До привала. Видели только что знак на асфальте. Видеофиксация, фотофиксация. И слышно было звук, вот только что проехали. И слышно было звук радар-детектора. Радара. Вернее. Да, треск, конечно, стоит сильный, так что причину вы знаете, я объяснил. Если раньше я монтировал видео просто тупо, соединял все файлы, добавлял аудиосопровождение, ну, в смысле, из медиатеки Ютуба музыку, и не просматривал свои видео, то теперь, по всей вероятности, придется просматривать. Ну, а если реализуется вариант, что во время движения можно будет на диктофон писать комментарий, то буду избавлен, наверное, и от этой функции просматривать снова свои видео. Заключил соглашение с компанией Yola, партнерское соглашение, которое будет, ну, как бы продвигать, что ли, видео. Включена монетизация, потому что нужны деньги для приобретения разных причиндалов для съемки видео. Вот треск четко показывает, это как индикатор состояния дорожного полотна, что трясется, все скрипит. В салоне вроде бы и не видно, из салона вроде бы и не видно, но на самом деле впереди идущий автомобиль видно, как подпрыгивает его цистерна. Вот. Дорогу сделали фрагментами. Ну, конечно, ей оценку отлично не поставишь. Да и на четверку она не особо тянет.
Ну а так на троечку с небольшим плюсом. Это еще куда не шло. Осталось еще несколько серий. Это от Новосибирска уже до Томска. Вот открытая местность. Трудно определить, где находишься, потому что таких участков достаточно много. Только по дорожным указателям. Вот эти часовые пояса, как они устанавливаются, я не знаю, но когда покидаешь, это радар-детектор, когда покидаешь Тюменскую область и въезжаешь в Омскую, граница, стоит знак Омская область, и тут же меняются часовые пояса сразу на 2 единицы. Если было 17, значит уже 19. И так далее. Вот впереди наметился, если не ошибаюсь, место наметилось, где можно будет остановиться на отдых, на ночевку перед Омском, если нет желания ночевать на обводной дороге Омска или в самом в Новосибирске, или в самом городе. Так, вот с левой стороны сейчас будет, с левой стороны будет заправка, не справа, а слева, повторяю. Вот этот домик, вот где можно остановиться на отдых, тут и заправка, видите, и дальнобойщики там остановились. Вот там есть площадка для ночевки, для отдыха. Сейчас будет с правой стороны место, я скажу, где мне приходилось останавливаться, потому что приезжал уже затемно, и ехать в город в темноте, въезжать в город в темноте не стал. Вот где-то здесь с правой стороны, вот, по-моему, эти щиты, да, вот с правой стороны, да, тоже платная стоянка. Ну, кухни я не стал, вот только что, вот проехали поворот, только что, только остановился, чтобы переночевать, ночевал в автомобиле, потому что кухня мне, по правде говоря, кухня мне, по правде говоря, не приглянулась. Ну вот до поворота на Новосибирск в город и на обводную дорогу осталось совсем немного, ну минут, наверное, 10 движения. Конец дня, интенсивность движения возрастает. Дальнобойщики едут в ночь, ну, или, может быть, где-нибудь на трассе, там под Чулымом или чуть дальше, остановиться на ночевку. Кстати, там останавливаются даже рейсовые автобусы Новосибирск-Омск. Туристические автобусы останавливаются. Это примерно километров 250 от Новосибирска в сторону Омска. Ну, там уже какие-то работы проводятся по оживлению инфраструктуры. И с левой, и с правой стороны по ходу движения такие места найти можно. Ну, вот, а теперь, как мне кажется,
Места для привала больше нет, кроме как, вот я сказал, в одной Новосибирска или в самом Новосибирске, если вы в город едете. Ну а где в самом Новосибирске ночевать, отдыхать, это уже определяете сами. Вот, кстати, фрагмент с левой стороны был новой дороги на Новосибирск, кажется. Прямая трасса, без поворотов. Ну вот оно снова светит, к нам подсоединилось. Видите, дорога с левой стороны резко, ну не резко, а две полосы в каждую сторону, пока. Пока по одной полосе, но уже строится и в стадии, наверное, завершения. С левой стороны тоже две полосы в каждую сторону. Это мы уже недалеко от Новосибирска. Дорога вроде бы гладкая, треска микрофона не слышно, но, поверьте на слово, трясет. Типа бетонки, что ли, там стыки какие-то. Вот. По-моему, даже слышно, как... Да, слышно, как колеса на этих стыках подвески стучат. Но радует то, что какая-то работа уже проводится, потому что год тому назад тут была объездная по обочине. Через каждые там 2-3 километра двигаться было, конечно, сложно. Это опять навигатор сообщает, что я превышаю допустимую скорость. Ну а через 4 километра уйдем на обводную дорогу влево. На нервы действует. Вот, а вправо, если взять правее, то попадем в славный город Новосибирск. Температура за бортом уже где-то порядка 26-28 градусов. Достаточно жарко. Если сравнить, что в центральной части России там было что-то плюс 14, плюс 16, то здесь уже под 30. Ну, самое раздолье для кровососов, для мошкары, для оводов, для вот этих кровососов летающих. О, рванул мотоциклист. Мы идем сколько? С какой скоростью мы идем, дай бог? 110, но он по всей вероятности идет 160, может быть 170, может и поболее. Ну, не знаю, дорога здесь, я говорю, она на стыках бьет немного, но на мотоцикле, наверное, это не чувствуется. Да, слышно, как подвеска. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Да, есть еще одно место для ночевки. Это перед самим Новосибирском. Там был пост ГАИ. Как-то упустил я это из виду. Вот он мигает правым поворотом. Вот это место для ночевки, для отдыха. Кстати, видите, что тут больше грузов остановилось. Вот это последнее место перед Новосибирском. Ну, до Новосибирска осталось там, сами слышали, меньше 3 километров. Но вот опять-таки на дороге я не припомню таких мест, чтобы можно было большой грузу или маленькой машинке остановиться на ночь. Вот дорога раздваивается.
Значит, левее берем на обводную, уходим, правее. Правее, значит, если взять, то попадем. А, треск какой жуткий. Вот, попадем в Новосибирск. Ну, осталось двигаться мне, сейчас скажу, минуты 4-5. И я остановлюсь на ночевку. Начинаю присматривать, где можно остановиться. Потому что на обводной дороге я ни разу не останавливался. И поэтому не знаю, где найти такое место. В общем, ищу самое ближайшее, более-менее подходящее. Чтобы заправка была, чтобы какая-то площадка для остановки. Ну и ориентир — большие грузы. Почему большие грузы? Потому что они регулярно двигаются по этой трассе, по этой дороге. И они лучше знают, где можно остановиться на привал, на ночевку. Завтра, наверное, ну да, завтра от Новосибирска до Томска. От Новосибирска до Томска. Слышите, да, как бьет дорога? То есть тут оценка троечка, это с натягом. Дорожное полотно обводной дороги Новосибирска, вот этот участок с натягом. Так, о чем я говорил-то? Так, завтра стартуем и финишируем, вернее, уже в Томске. От участка Новосибирск-Кемерово примерно на полпути будет поворот налево, дорога на Томск. Скажу, что в Томске я ни разу не был, буду первый раз. Самому интересно посмотреть на дорогу, посмотреть на... Все слышно, да? Какой грохот. Обводные дороги, они почему-то не очень инфраструктурированы. Я имею в виду ни заправок, ни мотелей. Вот. Практически в любом городе, вот взять даже обводную дорогу Омска. Хорошая, ну, там ремонт небольшой идет, дорога. Гораздо быстрее проходишь Омск, нежели двигаться через город. Но там остановиться практически негде. Появилось FM-радио, как вы, наверное, слышите. Это говорит о... Это говорит о близости города. О том, что город близко. Слышно, как трясет грохот. Но, говорю, это регистратор пишет аудио. Но на самом деле и в салоне не очень комфортно вот от такого движения. Знак. Где-то автозаправка, значит, будем присматривать место для остановки. Вот, уже вижу с левой стороны появились строения. Вот сюда я и заеду. Сюда я и заеду. Посмотрите качество стоянки. Солнце уже на закате.
Едешь и сомневаешься, правильно ли свернул, или куда-то дорога ведет в сельскую местность. Но, судя по тому, что стоят большие грозы, то, что заправка, значит, повернул правильно. Это навигатор все пытается меня вытащить на трассу. Ну, вот она и площадка для ночевки. Как видите, и дорожная, вернее, и асфальт тут очень плохой. То есть площадка нуждается в капитальном строительстве. Баня, душ, туалет. Но скажу насчет туалета. Значит, ну, название туалет там. Вот идет охранник. Значит, стоянка, если на основных участках, ну, на большинстве участках России порядка 50-60 рублей, то здесь у него за стоянку он берет за ночь 100 рублей. Туалет у него 15 рублей, хотя до туалета на заправках очень далеко. И очень важный еще момент, нету ветра, нету сквозняков. Море, мошкары и кровососов. Он попросил меня припарковаться, встать вот чуть левее. Остановлюсь, 3 часа у меня займет время на переброску видео с карт памяти на внешний жесткий диск. Ну а потом ночлег. Ну и до завтра.